В стенах Малого ИФИ прошел торжественный вечер, посвященный 105-летию со дня рождения классика национальной литературы. Торжество прошло в форме открытого урока, а благодаря онлайн-трансляции на связи с КФУ смогли находиться ученики Октанышской и Сабинской гимназий. Мероприятие было организовано студентами под руководством доцента кафедры татарской литературы и методики преподавания Гайнулиной Гульфии Расильевны. Молодые люди, изучающие творчество Амирхана Яники в рамках курса татарской литературы, подготовили замечательные творческие номера, наполненные национальным колоритом. Юбилейный вечер прошел в теплой компании студентов КФУ и учеников гимназий. Лина Саримова, Ленардо Валетьяров, Универньюз.